да. Можете, в принципе, уже рассказать. Отдыхали в Черногории наши туристы, в отеле в регионе Герцог-Нови. Герцог-Нови, отель «Перла», 4 звезды. Мы были в корпусе Натальи. Замечательный отель. Все буквально в двух шагах от моря. Ну, у нас балкон прямо в море выходит. Да, да, да. В общем, очень питание хорошо. В отеле. Питание, шведский стол. Завтраки с 7 утра, что очень приемлемо, до 10. То есть к 8. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Мы уже были готовы идти на море, как раз пока не достаточно комфортная погода для загара, и действительно, чтобы не очень жарко было, входили туда и лежаки, и зонтики. Вот. И к 8 мы уже были на море, и завтрак с 7 до 10, и очень удобно ужин с 7 до 9. И даже я вам скажу, что и достаточно хватало вот в жару, и кушать нам не очень хотелось. И шведского стола вполне достаточно было. Вот как мы вдвоем, два взрослых человека, достаточно было. То есть, съесть, питание, да, очень шикарное, очень шикарная кухня, очень шикарная. Большой выбор блюд, очень вкусная выпечка, что нам понравилось, муж меня все время ограничивал. Иначе последствия. Замечательный вид на море. Все в близости, вот буквально до ресторана два шага. Мы спускались, тут же море, тут же столовая. То есть на это времени вообще не приходилось нам тратить. Все замечательно. Обслуживание очень чисто, очень хороший номер. Полотенце разрешали даже, вот обычно во многих же отелях не разрешают брать с собой на пляж, да, большие полотенца разрешали брать на лежаки, то есть мы с собой брали, конечно, на всякий случай свои, но менялось каждый день, все чисто, аккуратно, ухожено все, территория вся очень ухоженная, все чистенько, впечатления наилучшие. Впечатление наилучшее. И вот дальше планы будем, да, планировать. Конечно, может быть, и другое место хотелось, но Черногория оставила очень приятные впечатления. Мне кажется, нет ни одного туриста, который приехал в Черногорию и сказал, там было все плохо. У нас один раз приехали и сказали, вот, ребят, все хорошо, но рядом был петух. Сказали, в соседнем отеле, ну, была своя одна какое-то подворье, и говорит, там все время пел петух. Ну, ясно, люди, которые, да, привыкли к городской жизни, к тишине, им это, наверное, мешало. Я даже не могу не назвать вот ни одного минуса, чтобы вот что-то могло нам быть не так. Мы просто были всему приятно, не то, что даже удивлены, а какие-то вот такие негативные нюансы, даже мы об этом и не думали. Как, конечно, с возрастом всегда вот какой-то вот подвох, ищешь что-нибудь, может быть, что-то не так, не то, что даже ищешь, а уже как-то вот какое-то такое, может быть, изюминка недоверия. Но нам все очень понравилось. Все очень понравилось. Ну, расскажите о работе с нами. Насколько вам было комфортно, удобно изначально с Маргаритой, как вы поработали? Была ли вся информация дана, предоставлена? Да, Маргарита тоже нам дала всю информацию, достаточно расширено все, да, все нам рассказала, все нам описала. Причем изначально мы выбирали между, наверное, чем Турцией и Черногорией. Ну вот, конечно, то направление нас немножечко смущало из-за этой политической ситуации. Вот, конечно, мы сделали свой выбор, это еще в феврале месяце, в пользу Черногории, и нам предоставили достаточно хорошую информацию. Вот как-то мы остановились на Черногории, и как-то нам отель сразу понравился. И мы как-то так сразу быстро все решили и определились. И хорошо нам девочки все рассказали, Маргарита нам все рассказала, объяснила, и мы достаточно так спокойно. Да, кроме этого еще 10 фильмов, наверное. А, ну это мы в интернете тоже посмотрели.
смотрели, да. Да, конечно. Именно про Герцог. И Герцог Новый мы хотели. Что мы видели, мы везде там. Да. И мы уже сравнивали, приходили, когда, и мы вот это мы видели, мы вот это мы видели, вот это мы видели, да. Нам было очень интересно. Пускай. Вот. И хорошо все было. Ну вот. Молодцы, конечно, нам из-за таких маленьких там нюансов работа с вами нам понравилась. И впредь, я думаю, что только мы будем сотрудничать с вами. Нам очень приятно. Вот, конечно, нам мы загорелись и теперь вот решили, что отдыхать надо, сменить обстановку обязательно. И выезжать, и вот только будем, конечно, к вам обращаться. Очень удобный трансфер. Очень удобно. Нас встретили, нас привезли, нас сразу на ресепшене тоже девочки хорошо встретили, сразу же номер, нас сразу расположили. Все отлично сразу было. Да. Я побежала сразу в море. Конечно. А море было теплое, холодное? Первый день немножечко такое свежо было. Так это. Ну а потом даже хорошо, да, хорошо было. Да, хорошо, комфортное, да. Мы даже удивились, что, казалось бы, оно еще не было времени нагреться, но не холодное. Вот, а дальше потом как-то вот погода восстановилась, и хорошо было. Хорошо. Маленькие дети даже, груднички купались в море. Так что же маленькие, мне кажется, пустить, да. Можно не выловить потом уже. Вот, они готовы плескаться. Да. Ну и я сидела в море. Я даже меньше загорала, я больше в море сидела. Ну это представительница лягушатника. Какие маленькие. Даже Галечка нас не смущала, как-то она так и в шлепанцах. И даже вот этот вот цементный, как он, пирс этот вот цементный, мы сначала даже думали, что может быть да не очень, даже наоборот очень удобно, что вот где-то галька, захочешь там сходишь так, а тут все ровненько, удобненько. Ну галька очень мелкая. Нет, да, она тоже очень не напрягает. Хорошо. Море чистое, очень чистое, прозрачнейшее, цвет замечательный, море красивое, все. Морские ежи, но они там немножечко дальше, там на глубине, а тут вблизи, наверное, на мелкое, где мелкое, их или убирают, или, может, сами они там даже не живут. Ну, не было так, спокойно мы купались. Ну, не было. А где море, там были? Ну ты же на глубину там, ну такую, не спускался вниз? На какую? Ну там глубина же большая была. Ну большая, ну что? Ну так ты же приезжай, все равно бы не достал. Нет, хорошо. Очень хорошо. И нам так жалко было уезжать из этой сказки. И мы решили, что только теперь на большее количество дней. Ну да, немного мало. Да, я считала каждые денечки, вот еще. Потому что когда, конечно, здорово, комфортно, нравится. А, с одной стороны вход был в номер, а со стороны балкона стоял столик, кресло, и мы на нем вечером и вино могли выпить, и сок, и какие-то сладости, и конфеты. И сидели вечером, отдыхали, по набережной гуляли. Ну, конечно, интересно. И сам город красивый, и там такие крепости интересные. Ну, здорово. И есть что посмотреть, и со стороны такой вот культурной программы. И есть где загореть, да. Да. И загорелись. Да, муж первый день одел шорты, и мы пошли. Половина четвертого, казалось бы, уже время, солнце не такое достаточно яркое и сильное, и все равно до вечера погуляли и успели, а мы еще такие приехали же белокожие, и успел все равно подгореть. А потом уже нормально, хорошо. Очень хорошо. Сейчас я проверю, чтобы у нас там все.